Ну и всем привет, ребята, с вами я, Майн Спринтер. Сегодня мы играем в Стиквор Легаси с нового листа. Так, мы заходим и смотрите. Классика. Так, извините, ты этого не буду удалить. Так, я просто тренировался. Тут новое все, потому что оболочки я ничего не могу купить просто так. У меня все по нулю. Вот видите, раньше я мог все купить. Вот, купить. Не могу я купить, ясно? Так, ребята, начинаем с нового листа. Извините, что долго так не снимал видео, просто были супер проблемы. Так, пропустить. А обучение тут можно пропустить? Как-то не помню. Так, он смотрел, говорит, так, не надо пропустить. Хи-хи-хи-хи-хи. О, а мне халява. Привет, братаны. Я за тебя, в принципе, поиграю. Так, армия тренируется. Да неплохо у меня. Раз. Но. Быстро бьет. Нормально. Какашка. Ха-ха-ха-ха. Как козел. На. Так тебе попасть можно? На. Блин. Понимаете, по нему попасть невозможно. Сейчас все. Корсус выиграем. Так, шахтеры, вы тупорылые. Извините, что я так говорю, но они тупорылые. Они копают так мало. Понимаете? Тупые. Не... Понимаете? Он еще и хилится, значит. На тебе, какашка. Давай, прыгай, какашка. На. А что он не прыгнул вообще на это? Да ладно, не страшно. Так, подбегаем. Так, смотрим. И что там? Мы сейчас соберем, сейчас то, что сейчас он тренируется, и мы пойдем в месиво. Так, все, мы тренировались. Раз. Вперед. А, у них один лучник. Ну, у них армия, конечно, шахтеров. С шахтерами бы поуправлял, было бы еще лучше. Нет, тут ими можно управлять, конечно, но... Это вы дураки. Молодцы. Да. Да куда вы? О, ну, мочите. Да, 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 да. Мочите. На. Нет. Все, его убили. На ману. На ману все произошло. Раз, два. Второй. Идеально. На шестеро. Копать быстрее можете? В атаку. Так. Идеально. О, Арчер и... Кастл Арчер. Я угадал. Ха-ха-ха-ха. Появляются эти лучники и стреляют, как у них. Так. Тебе шлем. И, а ему такую. Идеально. Капьетоны. Ха, капьетоны. 40 алмазов. Ура! Я не буду их тратить, я буду их копить наоборот. Засада. О, все, два чувака. Все? Мысли. Что, вы уже бежите? Какашки, вы не бегите же так быстро.
скажу. Давайте! На оборону, пацаны! Защищаем! Я же вам шлем не зря купил. Не, он не дамажит неплохо. Давайте, вперед! Не проигрываем! Ого, они тащили просто. Стоим, братва. Ребята, все получается идеально. Продолжаем, ребята. На нас напали опять. У нас уже 7 человек. Давайте лучников, что ли. Так, да, нормально выходит. Давай еще одного. И еще одного. Нам нужны лучники для того, чтобы они стреляли в крысу. О, конечно, нападают они как тупые люди. Они нападают, а нас их вот так о, прям так на изич. Мочит. Еще одного. Красавчика. И второго. Я им не трошли, ему потом купал. И у них вообще биты. По-моему, это даже лучше, чем именно мечи. Уже у них биты с гвоздями. Что? Что вы опять пришли, а? Только одному нанесли чуть-чуть, даже половину нанесли, а они уже всех. Так, когда у нас закат будет? Простите, когда закат? Ждем заката. Мы выиграли. Ура! 2,29 секунд. Нормально. Так. Например, раз... Ну, давайте ему каменный мешок сделаем. Капитоны. Намана? Капитоны. Хорошо. Вперед, капитоны. Яромечники. А капитоны? Ну ладно. Вы, чуваки, с мечами, а мы, чуваки, с коронами. Все логично. Все, тренируемся. У меня только... Ну, в смысле? Я даже ни на что не тратил. У меня оно должно сохраниться. Ну ладно. Дураки. Кто эту игру придумал? Да никто, наверное. Наверное, просто кто-то кому-то в голову пришло, как эту игру такую сделать, и все. Нам надо выиграть. Сейчас армию наберем. Блин, ну что-то чуваки с битвами, по-моему, это будет так себе. Ну ладно. Ладно, давайте сейчас порушим. Что это яремечник? Они с мечами, а мы с битами. У нас мозги больше. Биты сносят больше, вроде как. На! Да, кстати, я угадал. И, кстати, наших больше. Давайте, выносите этих. Да не надо смотреть на них, выносите. О! Подкрепление. Защиту, иди. Лучник, беги. Мы тебя защитим. Сейчас, быстрее. Они бегут. В смысле? Сейчас они побегут у меня. Так. А нормально на мана. Сейчас, быстренько. Так, все. И последнего. Как у нас там план продвигается? Идеально. Все, пора в бой идти. Сейчас он долетит. Давай, лети, чувак. И все, пока, ребята. Вы умрете, пока. Они так же, они прям противостояние мстителей. Вперед. Да. Мочите их, мочите, не сдаемся. Нашего убили, а нет. Да, теперь убили. Давайте, ребят. Мы не сдадимся. Хотя на мана продвигается. Жди, раз, два. Нет, они не продвигаются. Беги, лучник. Нет, мы не. Вы, а касту ларчеров не будете трогать. Беги. Квак, беги. Красавчик наш. У наших два.
сейчас быстренько все сделаем. Нам хедшотом. Идеально, какашка. Какашка без бит. И все, идеально. Вот так вообще идите. Не удивлен, да вот так вот, все. Кто у них там? Три ярко. Уже четыре. Как они быстро, а? У них что-то такое читерское, что ли? Вперед! Это война! У нас два их. Молодцы. Я побуду за кого-то. Вперед! Не подходите, а беги! Чувак, беги! Скрепление. Потом увидим, какое у него скрепление. Давай, прописывай. Ого, вас там. Да ну нафиг. Нет. Это все вы? Вижу. Беги, чувак. Фух, никого? Никого? В смысле? Вы сейчас увидите всю мою силу. Жесть. Я же когда вначале приходил, думал, что все так легко. А они прям вместе вам нападают. Дефенд, дефенд. Дефенд, братан, дефенд. Просто поубивайте их, пота-пота-пота-пота-пота. Так, петух. О, пока. Пока. Все, ты умер. Ты умер у нас. В смысле, нашего убили. Ушел. Ненормальные. Сейчас наши лучники. Дай мне лучника какого-то. О. Нормально. Все, skill as archer. Это вы только сейчас сказали мне? В атаку. В атаку. Ха. Мочите их. Не-не-не, атака. Извините, я хотел другое сделать. Так. Что-то я не понял. Я не понял. Холодильник у нас прозрачный. Сейчас, знаешь, мне нормально, мана. На тебе хедшот. Ха. Крыса сотый левел. Тебе попасть можно? На. Два. Слишком высоко. А вы что стоите? Ладно. Ладно, вы умрете, не мои проблемы. Я по вам попасть не могу даже. Ну пока, пацаны. Обманули логику. Ура, мы выиграли. Нормально. Твой, яромесник. Ладно, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Майнспектр. Всем удачи и всем пока.